Дорогие друзья, я покажу вам работу с младшими, только с начинающими заниматься на ударных инструментах в классе, когда присутствует концертмейстер, когда идет работа с концертмейстером. Хотел бы обратить внимание, что для молодых начинающих играть на ударных инструментах исполнителей очень важно сразу привить им интерес к этому, сразу возбудить этот интерес, чтобы у них был интерес к тому, откуда появились эти ударные инструменты, что они разные, не существует только малый барабан и большой барабан, ксилофон. И они не ограничиваются даже теми ударными инструментами, которые есть или у вас в классе, или здесь в классе, или в данном, что их очень много. Ударные инструменты – это целый мир и очень многообразный мир. И каждый ударный инструмент, вид даже, имеет столько подвидов, что, наверное, не все они описаны. И каждый раз, приезжая в тот или иной регион, встречаешься с совершенно разными ударными инструментами. Более того, если мы окунемся в русскую национальную культуру, то в нашей русской национальной культуре любой предмет может стать ударным инструментом. Любой предмет быта. И в замечательном концерте Комаровского используются ложки, поварешки, кастрюли, сковороды, ухваты. Все это становится ударными инструментами. Но сегодня у нас маленький исполнитель, и его ударный инструмент очень широко распространен в военных, в духовых и в симфонических оркестрах – треугольник. Треугольник. Вот ударный инструмент с, разрешит твою палочку, с очень нежным, замечательным звуком, пришедший в оркестр при Гайдне, широкое распространение, получивший в русской музыке, в произведениях Римского-Корсакова, в симфонических картинах «Антар», вот, использует Римский-Корсаков. И вот это настолько кажется простым музыкальным инструментом, но он нам дает широкие возможности познакомить, первое, развивать чувство ритма у исполнителя, второе, познакомить его с музыкальными произведениями и самое главное, окунуться в те технологические и особенности, теоретические особенности музыкального произведения и даже в музыкально-художественный образ уже вот сразу на раннем этапе, когда только молодой человек приходит в класс. Вот очень важно и для него, и для его родителей, что вот маленький исполнитель, маленький артист выйдет на сцену. Даже если он выйдет в концерте вашего класса, уже будет. Но не сразу же он освоит как ксилофон. А вот с этим инструментом, если к нему написаны небольшие аккомпанементы, их если проработать, уже можно выводить и делать какие-то выводы, как он занимается, как он осваивает учебный репертуар. В данном случае у нас музыкальное произведение, колыбельное блока. Колыбельная – это что у нас? Это песня, которую поют мамы, когда поет маме, ой, ребенку колыбельную. Поет, когда он засыпает, да, наверное? Поет, когда он засыпает. Значит, поют ее нежно. И у нас нежный музыкальный инструмент треугольник, да. Значит, мы должны играть нежно. У нас какие нюансы здесь написаны? Вот. Пиано, да? Пиано. Что это означает? Тихо. Тихо. То есть ты уже знаешь, что это пиано, это тихо. Потом у нас идет, что это? Нет, следующий нюанс у нас какой? Менее. Ну как он называется? Менее. Меццо-форте. Меццо-форте. Что означает, что? Меццо-форте – это означает то, что не громко и не тихо. Нет, это менее громко.
эмоционально. Есть громко, есть очень громко, есть три форта, сильно громко, да? Но мы опираемся на форты, громко, а это менее громко. И вот ты это все в музыкальной фразе должен на треугольничке своем изобразить, да? Опять не забываем про нашу, да, позицию, да, ножки на ширине плеч. У нас треугольничек — это продолжение руки, да, мы обязательно в вытянутой ручке, да. Палочку мы держим, как какую палочку? Как барабанную палочку, зажимаем, да, между первой и второй фалангой, большим пальчиком, да, и будем играть нежно. Но для того, чтобы с нами вместе сегодня замечательный концертмейстер Елена Гайковна Вартанова, чтобы она поняла, как, ты сначала просчитаешь пустой такт, чтобы она поняла, какой будет темп, да, и как ты выучил это произведение, как ты его разобрал. Раз, и два, и три, и четыре. Раз. Послушал, как Елена Гайковна сделала небольшое ретинуто, да, в конце, немного замедлили. Только мы внимательно обращаем, слушаем, да, слушаем, как это, каждый звук. Но только первый звук у тебя пропал почему-то. Я понимаю, что там написано пьяно, но первый звук, подними, пожалуйста, треугольничек, первый звук все равно должен быть достаточно четкий. Вот, в уголок его сыграть, тогда это будет пьяно. Еще раз, нет. Не просто, а точно так же, как ты делаешь удар. Кисточкой делаем. Вот, вот. И ручка у нас движется плавно. Точно так же плавно, как будто поется колыбельная. А когда поется колыбельная, Артем? Когда вьюговой. Вьюговой? Нет, это у нас скоро будет, ты с югой связываешь, что скоро будет Новый год. Ты уже ждешь подарки, да? Ну, правильно. Ну, вот будет вьюга, будет много снега, да? А ты знаешь про вьюгу какие-нибудь стихи? Да. Знаешь стихи? Да. Ну, расскажи нам стихи про вьюгу. Буря мглает, небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь назовет, то заплачет, как дитя. То по крыше обрешенный, то соломой зашуршит. Дальше не помнишь, да. Но замечательные стихи. Кто их написал? Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Вьюга. Как? Вьюга, землю, снегом. Снежные крутя. Вообще-то буря мглою небо. Буря мглою небо кроет, да? Буря мглою, то есть темно. И в этой темноте появляется колыбельная песенка, которую поет мама маленькому ребенку. Вот это вот, надо такой и образ создать, чтобы ты точно помогал себе играть всем, и телом, и глазками. И самое главное, у тебя это было в голове, что там где-то за стеной, за окном это вьюга, а здесь нежная колыбельная песня. Нежно, да? Точно так же ты нежно должен извлекать звуки, да? И внимательно слушать, добиваться ансамбля с оркестром. Сегодня у нас оркестр, Елена Гайковна, да? Поэтому ты ее внимательно слушаешь, рядом с ней стоишь, поднимаем треугольничек, да? Поднимаем треугольничек, смотрим, где он, да? Видим рисунок, и сейчас тихо считаем, тихо, но все равно продолжаем считать, что вырабатывая внутри себя метроном, вырабатывая. Сейчас, чтобы я даже не слышал,
Только первый счет начни, чтобы Елена Гайковна услышала. А дальше? Давай. Раз, и два, и три. Ты перенапрягся. Нет, ты должен все-таки не только слушать, но внимательно еще считать. Все-таки сейчас посчитай, чтобы у тебя шевелились здесь губки. Почему? Потому что ты на первую нотку не попал. Крещендо не сделал. Должно быть крещендо. Все равно, то есть усиление звука. И ты должен прийти к этому мецефорте, которое у нас стоит в четвертом такте. Да? Должен прозвучать колокольчик. Это бьют часы, да. Вьюга, небо кроет, да, буря снегом, небо кроет. И в голове у тебя должно все собраться, и стихи, и счет, и ушко должно слушать, что играет концертмейстер вместе с ней. Считаем, ну, пустой так. Раз, и два, и... Раз, и два, и три, и... Смотри, видишь, ты последние нотки взял чересчур перепьянил, чересчур тихо должна быть. Ты на самый уголок инструмента, ведь он везде по-разному звучит. Вот у нас последние цифры. Да, и здесь. Да? Мы сейчас сыграем два последних такта. Ты посчитаешь? Вот этот так, где идут четверти, да, потом две восьмушечки и последние две четверти с половинкой. Когда идет, да, вот здесь. Ты понял, да? Еще раз посчитай. Раз. Нет, стоп, остановись, пожалуйста. Артем, еще раз обращаю твое внимание. Да, позиция твоих ножек, да, обязательно, да. Вытягиваем ручку, пустой так считаем и два последних так. Раз, и два, и три. Вместе. Не, вместе только. Вместе. Только ты с какого счета ты начнешь считать? Или пустой так ты будешь считать полностью, или ты будешь считать только третью полностью, да? Ну посчитай тогда полностью, не начинай играть раньше. Два и три и четыре. Нет, нет, нет. Две восьмые, да? Поставь. Внимательно соберись еще раз. Раз, и два, и три, и четыре, и... Да. Только не забудь обязательно, у нас же колыбельная. Заснул, да? Заснул маленький Артем. Заснул. Поэтому надо тихонечко, потом мама уходит, да, и тихонечко мы в том же ритме опускаем музыкальный инструмент. Договорились? Угу. Договорились? Угу. То есть мы можем сыграть это произведение на зачет, на концерт. Угу. Внимательно посмотреть там, где у нас находится зритель. Зритель у нас где находится? Там? Там. Там зритель. Вот представь, что ты там. Да, он внимательно на тебя смотрит, внимательно тебя слушает. Сейчас ты еще считаешь вслух, да, но стараешься тихо считать, чтобы тебя только Елена Гайковна с самого начала. И я
отойду в сторону и буду смотреть, как Артем играет для слушателя. Да? Хорошо? Внимательно, да? Пожалуйста. Раз, и два, и три, и четыре, и... Смотри, но артист, если даже он ошибся, он все равно должен доиграть до конца, а не смотреть на зрителя. Я не сыграл, так не должно быть. Ты же артист, все надо доиграть до конца. Поэтому давай мы возьмем сейчас вторую строчечку и доиграем ее до конца, да? Раз, и два, и три, и четыре, и... Я считаю, что очень важно, чтобы в классе ударных инструментов, особенно на первых занятиях, не на самых первых занятиях, а чтобы первое занятие, первое его выступление, присутствовал обязательно концертмейстер, который будет его и дисциплинировать, это первое, и самое главное, приучать сразу к его к ансамблю, что он зависит совершенно от другого музыканта, от совершенно другого артиста. И он должен с этим артистом играть в ансамбле, слышать динамику, сразу слышать динамику, работать над динамикой, слышать темпы, знать, что музыка имеет развитие, и не всегда то, что у нас в нотах ретенута записано. В нотах есть ретенута? Какая нота? В нотах ретенута. Замедление есть в нотах? Здесь написано что-нибудь в конце? Здесь не написано. А мы в конце что делаем? Замедляем. То есть песня затихает, и она замедляется для того, чтобы малыш заснул. И это вырабатывает у него чувство ансамбля. Это очень важно для молодых начинающих артистов, и тем более молодых исполнителей на ударных инструментах. Взял специально два инструмента, треугольник и большой барабан. Сопоставление такое, для того, чтобы приучать ребенка, исполнителя сразу к объему, к разности музыкальных инструментов. Но задачи стоят те же самые, как и там. Внимание, как держится палочка, да? Мы обращаем внимание на как держится. Так же палочка. Здесь, правда, не две трети, да? Почти до конца палочка. Да, мы здесь литавровой палочкой пока не сыграем. Возьмем вот эту палочку. Удобнее будет? Вот, да. Здесь. Ну-ка. И если мы здесь сверху извлекаем, то мы на большом барабане как? Движение руки другое. Другое, да? И у нас движение руки остается то же самое, общее движение руки. Остается то же самое, да, как и при игре. Да, чтобы оно было плавное, и мы звук извлекаем, чтобы звук был объемный, да, чтобы большой барабан звучал, чтобы звучал его тембр. И самое главное, мы соблюдаем музыкальную мысль. Какая у нас? Про что мы сегодня рассказываем в произведении? Мишка. Мы рассказываем про Мишку композитора Фрида. И здесь должен быть тоже образ Мишка. У нас Мишка собрался куда-нибудь. Куда у нас Мишка собрался? Мед искать. Точно? Да. Мишка у нас собрался мед. Ищет мед. Ищет мед. И в конце что происходит? Мишка мед находит?
Не находит мед? Не, а может он находит. Здесь, видишь, в конце стоит. Какой нюанс стоит? Фото. Громко стоит, да? Может он находит все-таки? Находит? Находит? Значит, мы будем ориентироваться на то, что он находит на это форте мед, а потом вдруг что? Какой-то выстрел. Кто это у нас появляется? Охотник. Охотник появляется. И охотник стреляет в мишку. Видишь, какой вред. Мишку нельзя стрелять. Мишку берегут в природе. Но это мы так в сказке, да? В сказке. Мы рисуем сказку про мишку, который ищет мед. И мишка сначала идет. Какой нюанс стоит? Мецепьяна. Не очень тихо. Мишка все-таки идет, да, он большой. Он же не маленький, а большой, да? Да. Поэтому мишка идет. Ну, пожалуйста, ты концертмейстеру посчитай. Вот. Нет, ты посмотри на концертмейстера. На Елену Гайковну посмотри, да? Увидел, да? А теперь посчитай ей, чтобы Елена Гайковна знала, в каком ты темпе будешь играть. Ну-ка, пожалуйста. Раз, и два, и три, и четыре. Решительность у тебя получается не мишка. Мишка все-таки, ну, ловный, да? И мы должны сразу услышать, ну, как мишка, сыграй, мецепьян. Ну, вот, видишь, слышно же первый. Ну, два удара должно быть. Там. Во, мишка идет, мишка. Сразу такой злой может быть даже. На кого злой? На Артема? Нет? Нет, на тебя не злой. Но все равно мишка идет. Вот эти первые два удара тоже важны. Нельзя здесь, чтобы они пропали. Две восьмые должны четко прозвучать. Вместе с твоим счетом и вместе с фортепиано. Вместе с оркестром, да? Договорились. Здесь у нас... Смотри, Артем, мы еще раз возвращаемся к позиции за музыкальным инструментом. Видишь, сколько времени мы тебе повторяли. Позиция. Это очень важно. Всегда. Обращай на это внимание. Пожалуйста. Раз, и два, и три, и четыре. Форте. Не очень. Я тоже не услышал форте. И побольше хотелось бы замедления. Замедление, да? Мишка все-таки куда-то пришел, да. Раз. 10. Да. И потом вдруг появился охотник и выстрелил в мишку. Сказка не завершена. Должно быть форте. Это первое. И я тебя хочу обратить внимание, что здесь идут на И. Ты правильно играешь? Но мы говорили о том, что восьмая должна звучать. Восьмая звучит как? Коротко звучит. А у тебя есть левая рука, которая должна в этот момент, да, заглушить большой барабан. Ты должен скоординировать движение правой руки и движение левой руки во время игры. Должен в голове это все проработать, да? То есть у тебя рука вот для чего здесь лежит? Для того, чтобы заглушить. Дай, пожалуйста. И мы заглушим после форте на вторую долю и после восьмой, когда выстрелил охотник. Тоже должно, сразу звук должен пропасть. Он же стреляет, ружье стреляет, как? Резко, да? Там! И все. Пум! И все. Ничего не осталось. Не осталось. Мишка. Может, Мишка убежал? Возможно. Он убежал. Мишка ж хитрый, да? Да. Ну, давай, попробуем. Еще нет. Не торопись. Вот самое главное, не надо торопиться. Ты еще раз собери голову, прокрути в голове, как у тебя мишка пойдет. Пойдет, да? Тихо пойдет, да? Раз, и два, и три, и четыре.
еще раз говорим, первый такт у нас 2 восьмые, потом у нас идет на четвертую долю, на 4, да, идет четверть, на первую долю идет обратно четверть, четверть паузы и 2 восьмые, да, на третью долю. Да, пам-пам-пам. И посмотри, у тебя получается все доли невыразительные. Какая-то доля должна быть ярче, какая-то сильнее. У нас третья доля – это относительно сильная доля, относительно, но все равно сильная. Значит, мишка сильно идет, там-там-там, пам-пам-пам, он прошел. Вот эта доля должна быть, как-то она выделяться. Потом вторая доля, там-па-пам, да? Вторая доля, четвертая доля, а потом первая доля, опять сильная доля. Значит, она должна быть чуть посильнее, да? Чуть позвучнее, чем четвертая доля. Вот это надо тоже обязательно, Артем, учитывая. Возьми, пожалуйста, палочку, обращаю твое внимание, точно так же, да, между первой и второй фалангой. Да, сначала мы ее держим как барабанную, да? Кисть, кисть, не забываем. Но теперь кисть это движется немножко в другой плоскости. Пожалуйста, еще раз. Посчитай. Соберись. Считай. Раз, и два, и три, и четыре, и... Я тебе начну, мы о чем говорили во втором такте, что у тебя есть третья доля, она чуть ярче. Можно там. И вот у вас медведь все время набирает скорость. Медведь, может быть, и в жизни набирает скорость, но здесь он идет аккуратно. Он же ищет мёд и осторожно, поэтому должен пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Очень спокойно. Три и четыре. И... Спасибо, Лика. Вот посмотри, все удары разные. Они отражают характер музыки, отражают то, как идет мишка. И вот это все ты должен для слушателя нарисовать. Да? Давай еще раз попробуем, и ты попытаешься звуком нарисовать, и все-таки попытаешься скоординировать движение правой руки с движением левой, когда тебе надо большой барабан заглушить. Это очень важно, да? Да, когда ты на восьмые, когда раз на одну ножку, раз на другую ножку, и все, это должна музыка все передать, образ этого мишки. Давай попробуем еще раз, считай. Раз, и два, и три, и четыре, и... Но ты вспомнил про левую руку в последний момент. Вот все это надо. Для чего? И все равно у вас есть какая-то в игре вместе с концертмейстером суета. А я знаю, почему суета. Потому что то, что ты волнуешься, передается концертмейстеру. И передается даже в твоем счете. Вот ты должен начать считать,
точно так же, как идет Мишка. А ты куда-то спешишь. Быстрее начать. Быстрее. Нет, быстро ничего не получится. Мишка не может быстро. Он не летает. Он идет. Идет. Да? Вот попробуй еще. Начни. Раз, и два, и три, и четыре, и... Мы с Мишкой немножко разобрали. А давай-ка мы поменяем размер. У нас был размер 4 четверти. А как, если у тебя появится размер 3 четверти? Ты сможешь? Вот давай. Мы говорили о том, что я попрошу нашу знакомую с Еленой Гайковной, Марию Борисовну Егорову, написать специально для тебя музыкальное произведение, минуэт. Минуэт, танец такой, да? Танец-минуэт. Что это за танец? Это... Танец старинный. Старинный танец. Танцевали его в замках. Да. С поклонами, вот говорит Елена Гайковна. С поклонами, значит, не торопились. И считаем мы теперь, на какой у нас размер? Три четверти. Да? Получится у нас три четверти? Да. Ну, я расскажу композитору Егоровой, что ты сразу обратил внимание, что размер три четверти. И, пожалуйста, у нас все-таки танец с поклонами. Поэтому мы это все точно соблюдаем. Ты точно соблюдаешь, никуда не спешишь. Это такой танец. Минуэт. Пожалуйста, считаем вслух. Раз, и два, и три. Нет, остановимся. Вот еще раз. Еще раз внимательно посмотри в нотки. Где у тебя начало игры? На вторую долю, да? Вот, на вторую долю. И там должно быть обязательно, да, мягкий удар. Мягкий удар. Поэтому внимательно следи. Сейчас мы на нюансы не обращаем внимания. Все сыграем не очень громко. Мы обращаем внимание на счет. У нас поменялся размер. Был 4 четверти, стал 3 четверти, да? Прошу. Пустой так считаем. Раз, два и три. Обязательно это замедление соблюсти. Но ты молодец. Ты сделал, поменял размер, очень четко считал. Хотя можно чуть-чуть поспокойнее. Но это минуэт. Минуэт, танец, как ты сказал, как Елена Гайковна сказала? С поклонами. И вот когда переходят с четырехдольного размера, очень важно попробовать в другом трехдольном размере, в двухдольном, чтобы ученик обязательно сконцентрировался на новом размере, чтобы он обращал в процессе игры на динамику звучания инструмента, и что динамика поменялась. В одном занятии можно взять какой-то там констаньеты, взять коробочку, ковбел. И вот сопоставление такое, и тембровое, и динамическое музыкальных инструментов, оно дает возможность и познакомиться, и самое главное, освоить новые ритмические структуры, но в данном случае молодой человек осваивал
паузы, да? Как надо просчитать паузы, точно выдержать все паузы. И это Артем сделал замечательно. Поэтому вот при планировании занятий в младших классах очень важно знакомить со всей палитрой ударных инструментов и иметь в обиходе музыкальный репертуар для всех ударных инструментов. Для коробочки, для констаньет, для треугольников, для большого барабана. Тем более треугольники есть разные. Там целая коллекция в Санкт-Петербурге. Существует знаменитая коллекция треугольников, о которой ходят очень разнообразные байки среди профессиональных музыкантов Большого театра. Вот, это тоже отдельная тема. И это дает совершенно, вот только человеку, пришедшему в класс, понять, какие у нас большие возможности, и звуковые, и динамические возможности, и какой большой спектр наших инструментов. И ему, если вдруг он станет профессиональным музыкантом, ему придется на всех эти все музыкальные инструменты осваивать. И желательно, конечно, чтобы он во время своей учебы все эти инструменты в той или иной степени прошел. И могу сказать на будущее, вот есть замечательный преподаватель Алексей Розумов, это в Хабаровске. Недавно я встречался еще с одним преподавателем в городе Белгороде. Вот мы договорились, что мы напишем и создадим сборник. Сборник вот таких небольших произведений для разных ударных инструментов, небольших ударных инструментов для того, чтобы молодые исполнители могли в классе поиграть на них. Я надеюсь, что если кто-то вынесет из того, что я сегодня рассказывал, из того, что я показывал, что-то для себя, это будет замечательно. Спасибо большое за внимание. До свидания.